Жития святых, святителя Дмитрия Рустовского, месяц юлий, второй на десять день. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день память преподобного отца нашего Михаила Малейна. Преподобният отец Михаил рода беше великого и славного. Пишет се бо о нем в житии преподобного Атанасия Тонского, яко дядя беше царю греческому Никифору, прозванному Фоце. Рождение же сего угодника Божия Михаила бе по обетованию пречистие Божия Матери. Табо Материя го обеща дати плод сей благословенный и избран бъйст, яко же Иеремия пророк от ложесен матерних в службу Господеви. Дан же бъйв от родителей в научение книжно е, скоро навече разумение божественных писаний и рассмотрев мира сего суету и настоящего жития непостоянство, презрев ся яко уметей и отиде ко святей горе Атону, и всели се в скрай ея от восточния страна и на месте, и де жест гора Малеон нарицаемая на нежекименска и обитель, и там при ангелски образ и на чайнически подвиги. Толико же на добродетелния труда и простираше ся, яко и наставнико его дивите се у нем, и такова го ради жития его поставлен бъйст и гумен обители той. Последи же много и от братия и роптания и хула и прия, и не смути ся, но паче печаше се о спасение их терпя и непрестанно душеполезни ми поучения увещавая их и наставляя на добродетель. Понеки их жалетех монастирския ради потреба и в цар град Шед, обрете там у юношу Аврамия, обитавшего в дому воевода из Ефиназера. Того юношу проразумев, хотяща бъйти сосуд Святаго Духа, возлюби его и благослови, получив того доволно о полезе души. Возвративши се же преподобному в обитель, прииде не по многом времени к нему и Аврами юноша, и постриже се от него и вместо Аврамия Атанасий преименуван бъйст, и же послежде атонским прозвася, яко в атонстве и горе многие показа постнически подвиги и труды. По часом пространно в житие го сего же месеца в пятый ден повествует ся. Преподобни же отец Михаил довольно лета во многом богоугождение пожив и глубокия старости достиг, в добром изповедении и надежде несумненной на нестареемую жизнь ко Господу, его же измлада возлюби, ему же усердно поработа прейде. Прозван же ест сей преподобни Михаил Малейнум, отгоре и Малеон нарицаемая, яко на ней житие его бяше. Конец жития преподобного отца нашего Михаила Малейна.